Уроки в подмосковных школах отменят, начиная с 23 марта. Сейчас организовано дистанционное обучение, а со следующей недели объявляются трехнедельные каникулы. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев после первого заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Напомним, в регионе также запрещены все мероприятия с участием более 50 человек.